Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. С вами вновь канал «Это не диалоги о рыбалке». С вами сегодня Леха. Леха буреломит себе лунку. Я уже прохерачил. Утоптали площадочку под палатку. Надеемся, что у нас будет клев. Клев, да. А если клева не будет, Леха сказал, просто посидит, музыку послушает. Ладно, останавливаемся, упаковываемся, распаковываемся, нахуяриваемся. А рыба это второстепенно, да, Леха? Да. Рыба есть везде. Надо уметь ловить. Да. И желание. Самое главное — желание иметь. Короче, сидим мы с Лехой. Сколько мы сидим, Леха? Два часа? Два часа. Леха поймал 8 ершей, я поймал 1 ерша. Я веду счет, Леха. Сделал, блин, вот эту удочку по инструкции, как советовали. Болтушка, вся фигня. Офигенская просто. И, кстати, только что на нее выдернул ерша. Сороги ни одной. Просто тупо сидим. Леха, как и говорил, слушает музыку. Я пытаюсь рыбачить, но ничего не выходит. Знаешь, почему у тебя ничего не выходит? Почему у меня ничего не выходит? Потому что у тебя в кончике крючков жало открытое стоит. Не, это так и должно быть, чтобы подсечь быстрее. Я там все нормально намотал. Ты это... Раз такое вижу. Что мы сидим, пьем чай. Хороший чай, да? С бутерами. Ловим ершей. Ловим ершей. Без... Сорога не клюет. Ерши не идут на бутеры. Приходится отпускать. Да? Да. За бортом что у нас? Пошел мелкий снег. Или крупный уже? Мелкий. Еще. Сейчас принесет крупный. Принесет крупный. Ёп. Принесет, все затянет сейчас. Все, да. Светлая погода заканчивается опять. И ты мне очки не взял. Я тебе не брал очки. Смотри, ёж. Где, что, клюет? Поймал? Поймал. О! Нет! Вот это первая белая рыба, которую мы поймали. Какая это белая рыба? Это черная рыба. Ну это сорога, слушай. Покажи ее красный глаз. На крючочек попало? Да. На верхний? Покажи. О, красный глаз. Почему-то все говорят, что у нашей сороги не красный глаз. Он красный. Розовый. Это рыбешка. Отпусти ее, Леха. Пускай она приведет табунчик. Надо сейчас прикормочки сыпнуть, значит. Пап, мам. Время подходит, да? Мне не надо ничего сыпать. Я себе сыпну. Я на червя. Ты говори, когда клюет, или будешь на кнопочку там нажимать. Ты видал, какой у меня рингтон на телефоне? Да. Знакомый? С канала. Где ты его нарезал? Блин, скачал. Ты что-то бумер мне уже надоел. И когда бумер у меня играет, я обычно трубку не беру. Почему? Ну, как в кино. Что за беда-то опять там? Беда — это вот сейчас, как я завязываю мормышку. Я нифига не вижу. Вроде получилось. Что, клюет? Задиет. Говори, когда клюет, или будешь на кнопочку там нажимать. Ты видал, какой у меня рингтон на телефоне? Да. Знакомый? С канала. Где ты его нарезал? Блин, скачал. Ты что-то бумер мне уже надоел.
Чё, нет? Когда бумер у меня играет, я обычно трубку не беру. Почему? Ну, как в кино. Чё за беда-то опять там? Беда это вот сейчас, как я завязываю мормышку. Я нифига не вижу. Вроде получилось. Клюет. Как клюет это? Да я тебе говорю, у тебя клевало. Все, что клюет, то попадет. Я смотрю, блядь, сегодня вообще только у меня клюет. Я не знаю, как такое возможно. Так это так всю жизнь. Тебе надо зуб вот этот вставить. Я позавчера, блядь, это ковырялся, короче, этой зубочисткой. Птыкс. Чувствую, шевелься. Я ж прям чувствую, как зуб об зуб шоркает. Подхожу к зеркалу с этой зубочисткой. Пинц. Кусок вырвал нахуй. Она мне сказала, она на тебя вообще теперь год будет пахать. Вчера я тебе говорю, Наташка посмотрела, говорит. Леха, поклевка. 23 рубля, говорит, ты уже за эту, блядь, неделю, нахуй, использовал. Я говорю, так это же не я и буду платить. Она говорит, нет, конечно. Просто, говорит, это идет стоимость. Я говорю, ну пускай, да. Ну, типа, услуги, да, сколько что-то. Они получают, говорю, за эту хуйню. Нет, я говорю, похуй. Я не знаю, у меня не клюет. Болтушка не та. Болтушка та. Болтушка хорошая, но что-то на нее сегодня вообще никак. Надо что-то перебалтывать там. Надо это, все-таки переходить. Может, бабки какой-нибудь сходить, приболтать? Не, надо просто перейти на мормышку и на нее также намотать болтушку. О, у меня поклевочка была. Оп! Блядь, ебаный! Ладно, я промолчу пока. Походу это... Я себя обманул. Сильно, сильно уж поторопился, надо было дать ее всосать, ну. Так, присосунить. Оп-оп, смотри, 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 оп-оп. Вообще тихонько берет. Оп, Лёха, я подсек, блядь, рыбу. Нахрен это ёрш. Кто сказал, что ёрш на болтушку не клюет? Тебя обманули. Меня обманули. Голубоглазый ты наш. Царь рыба. А ты это вот... О, у тебя клюет. Да, ну, у меня постоянно клюет. Смотри, смотри, как потащил. Ты чё, блин, там этот... Дедушка, наверное, ёрш. О, сорожка. Время. Чё время? Ты на червя ложишь? Ну. Блять, надо переходить на червя и мормышку. Я не знаю. Обманули, блин, с крючками. Не клюет на крючки. А? Как вытащить? Как? Чуть-чуть потяни. Вытянул? Или еще забег один попробовать? Или все-таки, Хлюха, пока есть время перемотать. На другую эту удочку перейти. Ты что мне подскажешь? Или я еще раз проверю? Я скажу тебе, рыбачь, как мы раньше всегда рыбачили, на червя. На червя? Нет, ну слушай, тот раз-то у меня на червя вообще не клевало. Клевало вот на это. Раз на эту раз не приходит фигню. Кроссовки оденешь, мимо почты. Гаишники. Гаишники арестуют в белых кроссовках. Ты видал, у меня теперь номер приклеен на снегоходе. Заставили падлы приклеить номер. Завтра пойду до тети Светы, скажу, привезите мне это. Кого? К апрелю месяце белые. Кроссовки белые. По гаишникам соскучился. А я вчера у него был. Я сегодня хотел, я говорю, это, в ЖКХ пока простоял. Там вся контора безденежная, пустые гаманки. Да. Такая народу, блядь. Я тоже сегодня угорал. Пошел в эту стрелку. Я говорю, тетя Валя, я говорю, вы с карты это,
за долг сможете высчитать? Он говорит, конечно, за долг, говорит, хоть откуда высчитывают? Я говорю, все, тогда высчитывайте. Ладно, будем ждать прихода, да, сороги? Он уже есть. Ну, я вижу, что у тебя он есть, у меня-то его нет. Ты поболтай там нормально. Я поболтал там. Как так-то? Все, время, 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 время. Время, время. Сколько времени ты не смотрел? Нет, сейчас посмотрим. Пьем чай. Пьем чай. Время. И рыбачим. Просто рыбачим. Время. Не халтурим, рыбачим. Время 5 часов. Ровно? Да. Бля. Ня. Умер. Была, слушай, поклевка-то неплохая. У меня она постоянная что-то. Больше не берет. Надо смотреть. На верхний кусал. Он меньше стал. Ну, вдруг попрет-то, надо все равно еще подождать, да? Угу. Короче, проверяем, ты червем, я этой хуйней. Ну, на черяшку пудово привет. Ловится. Рыба здесь есть. Ну, такую-то рыбу отпускай. Ну, это один черт сорога, да? Конечно. Где берет, у тебя на дне или сверху? На верхнюю, нет. Да? На дне. Вверх, на мормышку попал у тебя? Нет, на крючок. Ну и крючок-то спускается. Вверху. Ну спускается, когда она на него клюет. Ну чё? Сначала он у тебя вверху же висит. Да. Потом она клюет и потихоньку его стягивает. Оп, ёрш ушел у тебя. Он поплыл, поплыл. Ты плывешь. Я же тебе сказал, что это не один тот же. Ну после него ерша-то больше не было. Дорога пошла. Пошла прям. Может, надо все-таки на эту мормышку маленькую и на игру. Чик-чик-чик. Короче, сейчас еще до одной поклевки я парю мозг с этими крючочками и перехожу опять на мормышку. Да? Иначе я вообще ни хрена тут не поймаю. Как я уже понял. Смешного мало, конечно. Тебе, а мне-то обидно. Ты ловишь сорогу, а я нет. Посмотри, что. А, это ёрш. Ты его отпустил, он тебя обратно клюнул. Я же тебе говорю, это тот же. Где меньше, точно такой же. Он оттуда спустился и опять попал. Это получается, я у себя здесь прикармливаю, а у тебя там клюет. А, блядь, со рта вытащил! Да я тебе говорю, я прям чувствовал, как крючок со рта у него вылазит. Что-то я вообще, я расстроен прям. О, на верхний клевал. Видал? Смотри, съел почти. Сейчас наболтаю весь сюда еще. Плохая с тебя бабка, короче, болтушка. Да нормально все я делаю. Как профессионал. Только что-то... Подсекаю я не получается, так. Получается, непрофессионально. Не так, как у меня. Да? Ну да. Ну я тебе покажу еще класс, мастер. Не спорю. Тут я спорить не могу. А так такой большой этот замотончик. Решили, даже он по льду плавает. Да. Зато я сегодня болтушки два шприца аж набрал. В надежде на этот, на клев. Охуен, офигенский.
офигенский клев. Просто рассчитывал на него. Думаю, он все равно будет. Главное, клевать начинает, когда подыгрываешь маленько. Просто ставишь, ни хера. Оп, смотри. Чуть подшевелила она. Чик-чик-чик, смотри. Давай, сука, бери. Прям из-за себя выдернул. Ну, вот я тебе говорю, ты чувствовал, да, как вытаскиваешь? Вот видишь, шмель свои обороты поймал. Вот в этих оборотах он будет работать. Тебе, наверное, жарко, да? А мне нормально. Ну, чуть-чуть на лбу все равно потеет. Да тут вентиляцию маленько открой. Где ты, блин, поклевочка-то? Хорошие сороги. Мелкие только идут эти. Трофейный такой, вот как я тут раз поймал. Крайнюю рыбалку. Ну, сорога такая. Вот так, чтобы мне это не соврать. Ну. Глаз был такой. Ну, говорит это, тут что-то где-то в комментариях что ли писали, типа, все рыбаки, охотники, они, блин, постоянно врут. Ну, как врут. Говорит, пиздят. Ведь это же не так, да? Получается, любой рыбак, охотник, он... О, нифига, дуплет у тебя! Я перехожу на мормышку? Красота, дай-ка я тебя сфоткаю. Блять, все с погружением. Подожди, подожди, запущусь. Угу, все, все нормально, ну-ка, сейчас повернутся они. Попали, ну-ка, подожди еще. О, блин. О, вот это все. Красота, да? Да. Походу, надо все это что-то менять. Не может быть такого, чтоб Леха ловил, а я нифига. Я же на рыбалку поехал. Блин, а я что? Не на рыбалку, что ли? Мне вообще не надо было. У меня... я упустил рыбу! Она у меня сидела там, ты прикинь. Нет, короче, я пока ничего не буду менять. Я сейчас еще раз попробую. Все-таки еще раз попробую эти крючочки. Сейчас я попробую. Ну, все-таки, я думаю, надо вольрамчик на разматывать. Пиво пойдет ли? Да, пойдет пиво. Само то. Сейчас я все-таки еще раз, еще одну попытку и размотаю вольфрам. Намотаю на него болтушки и буду ловить рыбу. Как всегда. Не, не может быть. Ты же сам видишь, да? Что ты на мормышку ловишь, а я не ловлю на крючки. У меня ловится, у тебя нет. Вот, вот я тебе про что и говорю. Ты же, ты же видишь? Шо ерши, шо сорога. Попытка номер 5. Ты куда пошел? Аккуратнее так дом расшатаешь. У тебя рыба тут кругом уже. Пухляк пошел, понял? Пухляк пошел? Да. Нихера себе. А, ну так и обещали, в принципе. Сегодня последний день. Заморозка. Единственный. О, Леха, у тебя клюет. Как клюет? Как пускай? Это же, блин, она у тебя это... Уколется там. Ну, там пик клево. Лес шумит? Да. Так если лес шумит, это значит ветер? Ну, это в лесу. Но. Здесь-то нету. Это не лес шумит, это шмель шумит. Да. Ты хоть ерша этого отпусти, что он там мучается? Его отпустил, он опять попадется. Нет, теперь-то он уже подумал.
что не надо так, что не надо совершать ошибки. Это же рыба, чем она может думать? Ну что ты этот, там под сиденьем возьми штатив на всякий случай, затащи его сюда. У меня чуть-чуть слабенькая поклевочка была. У тебя-то точно сидит? Конечно сидит. Давай. Ты рыбу там не растопчи. Ты что, хлеб кидаешь в лунку? Ты что, хлеб не надо, Леха, ты что? Нет, хлеб, потому что он не рассыпается, они долго его будут теребить. Так они отвлекутся. Вытащи его обратно. Смотри, как у тебя кивок загибает. Так я понимаю, что она сидит. Стой, я сейчас вот аппарат включу. Подожди пока. Крупная? Нет. А, ну тащи тогда. На крючок, да, наверх не попало. Что-то фигня, почему-то у меня лунку постоянно падает. Как ты говоришь? Я говорю, рыба есть везде. Главное желание поймать ее. Да она просто в свое время подходит. Ты это поймал? Надо отпустить. Ты вытащи хлеб оттуда, я тебе говорю. Да пусть будет. Не надо, он в этот вниз упадет, хреново будет. Что-нибудь хреново. Ты там своих котлет накидал, у тебя вот там... Не, так это она растворяется там в пыль почти. Она вроде как ее и манит, а поесть она не поест нифига. Да ёб твою мать, да что такое-то? В пизду эту болтушку. Извиняюсь. За это. За нецензурную лексику, да? Или как она называется? Должно быть. Мы же в России живем. Как это? Да. Это ж русский мат. И я того же мнения. С матершиной мы родились. С матершиной и помрем. Интересно, почему у меня наверх не клюет? Интересно, почему у меня не клюет? Вот в чем дело, блин. Болтушка. Болтушка я сейчас и на это. Наживлю на мормышку. Я слышу, что тебе звонят. Скажи, не звоните мне, я на рыбалке. Это что такое-то? Рыбачить не дают. Да, дружище. Ничего, на рыбалке. На рыбалке, на грязях. Ничего, вот сорожку ловим. Извращенцы мы. Сорогу, сорогу, ёршиков, сорогу. Короче, отдыхаем мы с Константином в палатке. На лима нет, не будем, у нас не хватит этого. Горючо. Не брали с собой. Мы и контачки не брали. Да не, мы не будем оставаться на лиме. На лиму мы не будем контачки. Мне это сегодня вообще никак некогда. После рыбалки там делишки, хуишки там туда-сюда. Не-не-не-не-не. Я же не Вильям, ё-моё. Чё говорит? Говорит, хотел пузыря взять на рыбалку. С пузырём на рыбалку, это ага, прекрасно. Сейчас смотри, у меня будет супер тонкая леска. Супер тяжелая мормышка. Всего 2 миллиметра. И я попру тут нафиг. Хоть одну сорогу поймаю. Получается, я тебя поснимать приехал, что ли? Или как? Да? Остановите, люди, землю, бля. Все, теперь правильно. Рыба сидит, я вообще сижу тут. Смазки пишу. Смотри сейчас, как я начну рыбачить. Нет. Ты просто удивишься прямо. Я тебе говорю. Так, на вот эту вот, смотри, какую пиписечную эту штучку я буду ловить сорожку.
трофейную. Если она здесь плавает, конечно. Это тень, блин, не диалоги, а рыбалки. Тут смотрел, Слава там в Якутии линков таскал. Вот это прикольно. На контачку. Прикинь. Мне нравится щука. Да. Щука. А тут прикинь, линок. И нехилые такие леночки. Больше агрессивные, да? Да, конечно. Еще и какой вкусный. Вот в чем дело-то. На малосольчик. Ха-ха, ты его отпустил, он тебе опять попал. Я же тебе говорю, это он. Я у него глаза запомнил. Ну все, Леха, я начинаю ловить. Ты начинай наблюдать, как я ловлю. Теперь я его не отпущу. Оп, смотри. Я только опустил свою эту вольфрамочку, и у меня сорожка. Да ты понял? Я просто тут сидел и дрочил на эти крючочки, но... Ничего. Блин, а где у меня крючочка? Куда кидать? Я не знаю. Туда, под тебя? Кидай под меня. Ё-моё, блядь. Потерял полдня с этими непонятными снастями, но. Выкинь шприцы, наркоман. Не, клюет-то оно на болтушку клюет. Я тебе просто говорю то, что, блин, на крючочке она не клюет ни хера. А клюет на мормышку. Ту слабенькую игру. Вообще так 1.5 сантиметра от дна. Чик-чик. Оп-оп, смотри. Ай, бля. Короче, нафиг. Как же мне ее примотать-то? Через крючочек вот этот сейчас пропущу. В резину его чипок. Вот так. И он мне будет держать леску, да? Конечно будет. Куда он нахрен денется? Ты что, поплевал вот этот? Угу. Ерша-то отпусти. Нет. Мне надоест. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты, блин, это не те поклевки. Это меня обманывает удочка. Обманывает? Обманщица. Опять дуплет, да нифига ты даешь. Что, оставляем? Кого оставляем? Давай оставим что-нибудь, как семечки, а потом жулькаем. Жик-жик-жик. Только надо это, вовремя успеть. Да, вовремя чтобы успеть. Она пока она до конца не высохла. Завтра весим, послезавтра едим. У меня еще те сорожки там лежат, ждут. Потому что я так мало не стал солить. Мелкая. Что делать? Выключай. Да я знаю, что клюет. Что это мне там? Это. Мне даже не клюет, у меня ловится просто. Просто ловится. Я просто уже офигеваю, ну, потому что у тебя ловится, у меня нет. Может из-за того, что у тебя мормышка белая? Может быть из-за того. Ну вот раз так вот берешь, червячка поправляешь после того, как поймал. И отпускаешь. Не надо мне туда ничего сыпать! Манку свою, болтушку! Так все было хорошо! Ты с этой болтушкой какой-то непонятной засыпал все теперь. Я тебе сейчас всю рыбу тут по палатке раскидаю.
Ерша отпусти. Нет. Он уже все. Он уже, все, он уже, все, он уже точно клевать не будет уже. Кто-то приедет, здесь контачить будет и поймают на него на Лима. Потому что много-много раз уже сюда возвращал. Глупый рыба. Я не знаю, почему я не могу поймать-то. Вот это рыба. Вот это, говорит, рыба. Рыба-сорога. Рыба-сорога. Маленькая, но сорога. Маленькая. Ну ты летом бы такую взял. Ты бы сказал, это малек сорогина. Ну не лето, конечно. Ну и не зима. Нервы мои начинают сдавать. Все, и рыбу вытаскиваешь. Это все просто. Не надо тут никаких мастер-классов, каких-то специальных образований высших. Если рыба есть, значит она есть. Если ты хочешь поймать, ты ее поймаешь. Так я хочу. Так а что не ловишь? Не ловится. Может у тебя что-то со снастью не то? Ну, скорее всего, я так думаю, но... Не болтает. А снасть не на снастях? Сахар добавлял туда? Пудру добавлял. Пудру. Все же на червя, да? Будем на червя. Блядь, что такая маленькая-то? Я не знаю. Дети. Первый канал дети. Большая же где-то должна быть, один черт. А почему чисто наверхник? А может он у меня? Она у тебя наверхник клюет? Да. Ты его всегда поднимаешь, да, обратно? Да. Кто удочку-то делал? Тоже я думал. Не знаю, кто делал. Я делал. Думал уже, блин. Думал уже, плохо думал. Почему? Что, не так продумал? Чтоб не это, чтоб не поднимать. Чтоб не скользило? Да. Не, ну я делал-то так, чтоб, если что, менять глубину. Блин, вот она как-то меняется теперь. Как-то изменилась, она непонятная. Теперь не могу понять. А она у тебя от дна насколько приподнята? Которая верхняя? Вот настолько. Хоп, хоп, червяк в работе. Только что-то не это, не всосало. Не надо так делать. Но она мелкая там, ё-моё. Мелкая она. Я прям сейчас на руку буду ловить. Ты что повторяешься-то? Хочется-то крупно. Вы на канале «Это не идеология рыбалки». Это что такое? Звонят мне. Да? Здравствуйте. Не, Леха, тащи удочку. Не-не-не, я сегодня не проверял. Завтра поеду. Ну, то откуда они? Я не держу старых дома. Не, нету. Что это? Рыбзавод. Рыбзавод? Ты на рыбзавод работаешь? С рыбзавода звонят. На Лима надо было. Хоть старого. Собаки без еды. Испортила мне, блин, эту. Вываживание рыбы. На червя. Замерз? Кто?
Нет. Ты что, замерз, что ли? Нет. Ёж! Отпускай того. Я тебе говорю, это разные они. Ты говоришь, что не один и тот же, то не... Ну, размер-то, видишь, разный. Конечно. Ну, поплыл. Сразу на дно. А сорока нет, плавала, манку хавала. Сообразительная. Сначала наемся, потом уплыву. Халява, кули. Из этой коробочки достанем новый крючочек. Последний. Последняя вольфрамовая мормышка. Можно, в принципе, другую прицепить. Но, блин, мне это нравится. Да? Она на этой тоненькой леске вообще сидит идеально прямо. Получается, нельзя в руки вольфрам доверять, но ты ему крючки сразу ломаешь, да? Меня клюет постоянно, вообще прям, притом постоянно. Чё, клюет? Задьёт. Так и скажу, у меня ангул. Интернет не позволяет видео загружать днем, но. Кстати, Влад так и писал. Он говорит, я понимаю, что у вас, говорит, не позволяет интернет заниматься такой фигней постоянно. Но, говорит, все равно интересно. Насчет этого ерша. А, большого-то. Я говорю, не знаю, он говорит, навряд ли его наживлял. Он говорит, нет, он его наживил. Я его наживил. Выложил. Я говорю, ну не знаю. Значит, он просто проебал, блядь, вчерашний ролик. Сегодня, говорю, мы едем за сорожкой. Настройки все теперь. Или просто время такое. Время, ну. Не то. Вот теперь шмель, видишь, в стабильности в своей работает. Все. Больше его трогать нельзя, ну. Че, нагрелся он? Да это нормально. Зато подкачивать не надо. У тебя тоже клевать перестал? Вообще перестал. Щука подошла. Щука? Доставай блесны. Ну, у меня клюнуло один раз. О, второй. Оп, оп. Поднимает. Блять, поднимает обычно крупная. А тут подняла. Таких... Обманула. Опускаем, да, такую? Конечно. Эх, красавица, блядь. Маленькая, но красивая, да? И глаз у нее розовый. Не красный, но розовый. Чик-чик-чик-чик-чик. Оба стряхнула манки маленько с бортов. Ждем. Ждем. Солнце что, к закату у нас пошло, нет? Что-то так светить нам в спину начало ярко. Приехали в спину, светило, и до сих пор в спину светит. Северный полюс. На одном месте поднялась, опустилась нам. Не надо учить, я уже умею. У меня бы так клевало, я бы ловил и ловил. Видишь, у тебя хуярит. Хуярит, у меня удочка не там стоит. У тебя сейчас на что, на крючок попал или на мормышку? Не знаю. На крючок попал, это точно. Да? Да. Хули, кто удочку-то делал? Давай, не знаю. Кто рыбачит. Потыркала мне. Оп, оп. Йохо. Йохо. Рано.
Есть. Кого-то подсек. Хоба, сорожечка. Пойдет такая рыба? Пойдет. На вяленку. Уярим, да? Ебать, солнце-то еще высоко. Опа, бля, ширево мое упало. Оп, есть, Леха. Есть, тяну, тяну. Блять, ёрш. Да, в палатке сидим. Сало режу. Чай налью. Как улю на сотри вывалил. Не, я серьезно. Хочешь, я сейчас ММС-ку скину? С ершом. С ершом. Да на рыбалке я. На речке. На речке, на речке, на том бережочке. Не знаю. А зачем? Что, не беси меня? Я ж тебя спросил. Спроси, что надо. Ёбаный, я губа на руку помал. Ну и все, значит. Я не знаю, когда домой. Ничего не психую. Все окей. Хорошо. Ты видал, как я ее подсек? Она висит прям трупом. Как будто ее вчера сюда повешали. Фу-фу-фу, они серют. Это что такое? Тоже какой-то она не серила, бля. Даже на чипс не пойдет. Шелуху сбить и во фритюре ее. Ледина ебаная. Что-то у нас шмель сбавил. Чувствую, да я. Чувствую, да ты. Чувствую, да я. Может, качни, да? Я штук качал. Там видишь сколько? Поймать надо. Оп, ну я ее подсек. Пойдет такая? Не высохнет. На, быстро съесть. Пойдет. Блять, они мне прям полную руку уже прям нагадили. Нафиг ты гай. Как давишь? Я беру, она серит у меня в руку прям. Чаечку. Сладенький. Блин. Ширево мое падает. Солнце садится, да, начинает? До края добралась? Сантиметров 5 еще? 20? Блять! Получается, сантиметров 5 подняла, она у меня тут клюнула тоже. Я тоже поднял, клюнул, и все, вот. И уебал. Ну, один раз тринкает, и все. И отпускает. Заебись. Че? Чай заебись, говорю. Чай заебись. Там весь-то не выпей, я тоже попью. Да ты пей, ёпта. Падают листья. Подсёк. Видишь, что там клюет? Рыба. Рыба какая она? Да. Рыба. Она даже вон не плывет нифига, она не шевелится. Ипта. О, а какает, ё-моё, смотри. Только в руки взял, она обсирается. Ты видаешь, что так? Да не давлю я её, вообще аккуратно беру. Чебулик. Хе-хе-хе.